Едем выбирать обои. Погода такая сегодня интересная. Должно быть тепло, хорошо. Все небо чистое, чистое голубое. Видел, как зимой? Вот. Поехали мы, короче. Подъехали к ИДС. Да, магазин сейчас будет покупать обои. Господи. Темноватые, посветлее. Темные. Посветлее. Вот такие они шибко светлые. Наверное. А может и нет. Надо посмотреть получше. Смотри. Ну, темно будет. Темно? Ну, не знаю, может быть одну стену такую сделать, другую по-другому. А, одну стену выделить? Ну, давай еще посмотрим. Так, она такая ржавчина. Ага. Вот светлее, серенькие. Мы не рассчитаем одну стену так, другую так. Смотри, прикольные же. Вот давай их возьмем. Что, будем стену выделять? Рассчитаем? Тогда один рулон просто брать. Других. Не полностью стену, а, допустим, там, где телевизор, да, у нас будет? Полностью там. Полностью? Mm-hmm. На полностью рулона не хватит. Это рассчитывать надо. Ну, тогда где телевизор? А там галкам. Mm? Давай один возьмем. Один цвет? Нет, такой и один цвет. Давай поэкспериментируем. Сколько еще посмотрим? Мы так быстро что-то выбрали. Я маме дольше выбирала. Ну вот эти, смотри, такие текстурные. Они, между прочим, нравились. Вот, смотри, тоже интересно, шелкография. Они прям блескучие. Давай еще посмотрим. Можно вообще. Это же молочные. Где молочные? Они же серые. Где они молочные? Ты что, не смотришь вообще? Просто ходишь. В телефон только заглядываешь. Какие мы выбрали? Я тебе показывал, ты смотришь в телефон. А ну-ка, все. Прикольно. Верну, что сожрать?
вот эти с ржавчиной, да? Как они на стене будут смотреть? Какие они же? Вот эти? Как будто вот эти. Как под мрамор прям. Еще хочу посмотреть. Где-то я видела тут. Ну вот какие. Они прям почти белые. Ты не хочешь? Ехали на заправку. Здесь такая очередь. Вообще что-то интересное. Столько машин. И вон нас даже еще обогнали. Ты не видишь, да, что стоят? Ну, вот так вот. Много тасаев. Мам, я хочу воду. Сейчас куплю. Сейчас папа примет. А это танк какой-то. Танк. Тасай лимонад. Что? Тархун лимонад. Витамин С. Дринк. Дринк. А это что? Горилла. Горилла. Red Bull. Окрыляет. Сейчас поедем в магазин «Мечту». Будем смотреть духовой шкаф. Такая вот у нас мечеть, да. За памятником не видно. Приехали в магазин. Сейчас пойдем смотреть. Что? Да. Samsung. Ханса, вот он. 149. Глубже один это. А ну Samsung. Чем они отличаются? Тут один лист. Не могу понять, чем они отличаются. Можно вас сюда? Вот эти механические тоже не хотели полностью, что они механические. Смотрите, там что? Там что не машина? Бош там. Бош там стоит, но есть у нас на складе. Где Бош? Ну, она полностью тоже механическая, да? Вам нужно электрическое, да? Посудомойки посмотрим. Цены. Так, это большие. Нам такую. Это что, такая дешевая? Ханса тоже. Дешевая. Тут дешевая, ничего нет. Вот Ханса. Вот такую нам надо будет брать. Для страны. На Электролюкс 168. Ну, можно Электролюкс взять. Почему 168? Вытягивай, вытягивай.
внутри уже как. Сушки. Не можно просто. Но это же отдельно сушка. Это судомойка. Ну это уж для большой огромной семьи.